Приветствую всех, Одесса на связи. Сегодня 12 мая 2024 года. Тревожное сегодня выдается утро. Сперва была у нас тревога из-за взлета истребителей МиГ. Тревога была масштабная по всей территории страны. И вот в 10.43 у нас снова объявили воздушную тревогу. Причина — это уже ракетная опасность именно для нашего региона. Над акваторией Черного моря летает вражеская сушка. Соответственно, могут в любой момент пустить ракету в нашем направлении. И плюс присутствует угроза баллистики с Крыма. У нас в районе затоки Черноморска летал разведывательный беспилотник «Орлан-10». Вроде бы как сообщают о том, что его сбили, но тем не менее очень часто после того, как летает разведка, наносятся ракетные удары. Либо авиационными ракетами, либо баллистическими ракетами. Поэтому в связи с этой разведкой к тревогам относимся очень внимательно и тревоги не игнорируем. Я понимаю, сегодня выходной, хочется гулять, отдыхать и наслаждаться выходным днем, тем более погода у нас сегодня шикарная, но тем не менее к тревогам относимся внимательно, потому что в любой момент может быть нанесен ракетный удар. Берегите себя и своих близких, до встречи, всем пока.